план Джунай. Руслан, сегодня было общее фотографирование, презентовали форму. Что скажете о ней? Как удобно, красиво. Отличная, хорошая форма. Adidas. Какая больше нравится, красная или белая? Мне больше красная нравится. Еще есть сегодня новость про презентацию слогана «Сборная России играет с открытым сердцем». Сколько это соответствует нашему характеру? Я думаю, что полностью соответствует российскому менталитету. И я думаю, что он характеризует нашу нацию. Сейчас приехал Владимир Габолов, уже вчетвером работает в вратарии. Насколько сильно ощущаете конкуренцию и переживаете ли по поводу попадания в эту заявку? Конкуренция, она должна быть. И когда я ехал сюда, я понимал, куда я еду, что здесь будет у нас большой выбор вратарей в стране. Поэтому это нормальная ситуация, и приходится выкладываться на 110%, чтобы показать, на что ты способен. Говорили, что вы на этот сбор приехали с травмой небольшой, сейчас у вас все в порядке? Там на самом деле ничего серьезного не было, просто почувствовал небольшой спазм в мышце, попросил заморозить, но главный тренер решил не рисковать и сделали замену. Еще один вопрос по поводу тренировочного процесса. Опять же, Габулов вчера подключился к полноценным тренировкам, и коллега Волнюк сказал вчера, например, что, в принципе, ничего не изменилось, как занимались, так и занимаемся. А несколько дней назад Станислав Саламович сказал, что оптимальная цифра количества вратарей для нормального тренировочного процесса – 4. Это где правда? Все-таки стало комфортнее работать вместе уже вчетвером, и что-то поменялось или нет? Ну, я не знаю. Вот, например, по сегодняшней тренировке, если бы нас было трое, то сегодня мы не смогли провести такую тренировку, которую провели сегодня, потому что нужно было 4 вратаря. Поэтому тут я не тренер, я игрок, поэтому так тренеру говорит так, значит так. Поэтому есть. А чем сегодня она была такая особенная, отличалась от предыдущей? Сегодня была игровая тренировка, где играли на одной половине, на укороченном пространстве, аквариум 3-3. То есть нам было 2 вратаря на одной половине, 2 на другой. Нужно было 4 вратаря, если было 3, то не смогли. Черчесов, Самбов. Да, Элиставыч. Еще, коллеги, Слава, вам вообще комфортно сбором? Все же так часто вызывались. Ну, вот сколько, 1.5 года я не был за травму. Как раз вот после Коста-Рики я 10 месяцев пропустил. Но приехал сюда, и на самом деле ощущаю себя комфортно и достаточно, как будто я не покидал. Вам пару слов о матче с Турцией. С Турцией, ну, хотелось бы сказать, что хороший соперник, техничная команда, и хотелось бы пригласить всех наших болельщиков на заключительную игру перед чемпионатом мира.